марш. Один, два. Отжимания, подъем корпуса, подтягивания. На соревновательный лад участников спортивного праздника настроила общая музыкальная разминка. Девушки и молодые люди состязались в прыжках в длину, эстафете, перетягивании каната. Результаты пошли в индивидуальные и общие зачеты. На скорость все делается. Все, почти правильно. Отличившимся деятелям городского спорта вручили награды. Среди них глава Клинцов, занявший первое место в областной спартакиаде. С праздником поздравили ветеранов, действующих спортсменов, подрастающих чемпионов и всех неравнодушных к физкультуре клинчан. Поздравляю всех вас с Днем физкультурника. Крепкого вам здоровья, спортивных достижений, ярких и запоминающихся побед. В качестве зрителей и судей мероприятия посетили выдающиеся спортсмены и тренеры Клинцов. Среди них многократные участники, призер Паралимпийских игр Валерий Купчинский. Светлана Дробкова, Евгений Цветков, Андрей Шевченко, Григорий Дупанов. События Клинцы.